Как дела, друзья? Меня зовут Мако, мы продолжаем с вами играть в игру под названием Slime Rancher. Конечно, вы об этом знаете. Как же вам не знать, да? Хорошо. Давайте, наверное, улучшим. Здесь поставим поливалочку. Заперчейзим, да? И, кроме того, я хотел бы, конечно, Nutrient Soil тоже сюда заперчейзить одновременно. Вот, пускай растут побыстрее наши око-око, чтобы кормить наших зеленушек. Блин, я серьезно, вот 34-й день и не нарадуюсь. Так, забираем, значит, вот эти вот, самые дорогостоящие, да. И у меня буквально вот на 33-й день, друзья, случилась неприятность. Я пошел искать морковки. Как вы видите, я 50 штук почти их собрал, но одну из них, конечно, я посадил. Вот. И когда возвратился, путешествовал, искал новые ходы, летал поверху, осматривался, что где, куда, зачем, почему и как. И когда я сюда вернулся, плорты вот эти вот серые валялись у меня на полу. Сейчас вот их 100 штук, да? Но до этого я их собирал, конечно. И они как-то время от времени у меня просто вываливаются. Вот отсюда собирать очень неудобно. Я думаю, что здесь мы, наверное, как-то поменяем все. Поставим... Тихо, игра. Ты чё меня подводишь опять? Что за дела такие? Ладно, может, придет в себя. Она как-то то... немножко подлагивает, то потом нормально себя ведет. Я, конечно, не знаю, в чем дело. Быть может, это из-за версии 0.3.0, потому что сейчас актуальная, ну, на данное время, когда я снимаю это видео, сейчас актуальная версия 0.3.B. 0.3.0.B, вот так. 33. Давайте сдадим, наверное, да? Поднял я, конечно, баблосиков, почти 10 тысяч за вот эти плортики, которые у нас есть. Да, и вот так вот у нас плортики валялись, я пришел просто, и вот здесь вместо наших летающих котиков, да, появились черные. И они сожрали, конечно, всех. Очень неприятно было. Такой какой-то неприятный сюрприз. Как туда плорты попали, вот за границы наших... Ой, я не знаю. В общем, я, конечно, немного расстроился. Но я успел насобирать новых вот этой ноченькой, да, и закинуть еще светяшек. И даже не знаю, что бы из них сделать. У нас все какие-то котики. Может, из них сделать еще вот таких вот каменных, чтобы летающие были еще. У нас еще таких не было с вами. Наверное, так я и поступлю. Я, конечно, сначала, с самого начала мне пришла в голову идея, чтобы... Да что ты будешь делать? Ну, чё ты так себя ведешь? Скажи, пожалуйста. Как-то раньше же все было идеально, все было чудесно, все было прелестно. Что это такое? Непонятно. Да, с первым делом, конечно, ко мне пришла идея, чтобы сделать из них летающих радиоактивных. Но прикол в том, что мне нужно будет довольно часто посещать наши курятники, и я буду, получается, разрываться, и они могут меня травить. Конечно, не смертельно, но все равно будут травить, я буду отвлекаться, и это очень напрягать будет. Я даже не знаю, скорее всего, я, наверное, из них сделаю вот такие, таких вот каменных, да, летающих. А те из тех зеленушек мы с вами в одной из следующей серии, быть может, сделаем радиоактивных летушек. Да? Или нет? В общем, я пока не знаю. Что-то допридумаю. В следующей, наверное, серии что-то допридумаем. Надо посмотреть, конечно, вот, блин. Медовых бы из них сделать, зеленых. Вот это было бы классно. Хотя у нас медовых и так одни, вторые. Даже вот не знаю. Ну, в общем, ладно, что-то допридумаем. Хорошо.
У нас тут поспели вроде бы хардбитики, и я собираюсь в этой серии посетить нашего огромного каменного и его, естественно, накормить, тити. Накормите, тити. Тири-тити. Так, морковок 13, наверное, да? Сколько мы отсюда соберем? Сейчас посмотрим, позырим. Давай, морковка. Выскакивай, выпрыгивай прямо ко мне в пушку-сосушку. А, так, хорошо, можно еще пару штучек закинуть. Штучек 18, вот так. Окей. И у нас останутся буквально хардбитики. Но я, конечно, его сначала буду морковкой кормить, потом уже хардбитами. Чтобы он мне сердечки... Больше сердечек давал. Ладненько, погнали, значит. А, стоп, мне же хардбиты нужны. Нам хардбитики нужны. Нам хардбитики важны. Желательно бы было бы, конечно, внутри ли он этот и здесь определить, да? А вот они уже готовы. Давайте, наверное. Финансы нам позволяют, почему бы и нет. Так, давай, 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 собирай, 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 давай, выскакивай. Хардбитик. Редисочка такая инопланетная. Давай, давай, давай ко мне, иди сюда. Да-да-ра-да-ра-да-ра-да. Так, вроде бы все, да? И здесь у нас еще 60. Ну, я думаю, что хватит этого. Я надеюсь. Хорошо, погнали кормить, значит, большого Гордо или Ларго. О, а у нас, между прочим, рустеров и стоунихенов довольно-таки много. Чем мы за это получим? Би-об. Или Бо-би. Hello, chicken ox. Ты, видимо, по-нашему не понимаешь. А чё там, сколько тебе надо? 4 рустро и 4 стоунхенчика. Так, курятушки, курятушки, попрыгушки, чебурушки. Давайте-ка. Так, тут у нас обычные курицы. Курица обычная, обыкновенная, белая. Так, морковка, иди сюда, хорошо. Здесь курица тоже обыкновенная, белая. А зачем? Зачем мне столько курицы, я не знаю. С перепугу тогда понаставляли с вами. Так, мне нужны стоунихены. Давай-ка, два. И раз, и... Погоди, а чё тут петух один? Рустро, ты один здесь, да? Давай-ка мы тебя вернем. Вот, хорошо. И возьмем тебя, наверное, отсюда. А нет, тут уже один. Блин, то три, то четыре. Они, может, превращаются в каких-то других куриц. Так, один, второй, третий и четвертый. Все. Все-все-все. Все желающие, извините. Вы мне больше не нужны. Пока что. Так, тут еще морковка поспела. Так, рустерки. Раз, два, три, четыре. И вот этих четыре. Ага. Чудненько. Вот нам недостающие хардбитики. Кроме того, светюшки. И если честно... Хотя нет, они все равно будут некрасивые, правда? Да. Давайте их сдадим, они нам не нужны практически. Все, окей, погнали тогда к нашему большому. Блин, его еще попробуй найди. Я вообще, если честно, петляли мы петляли, да, в позапрошлой серии, и я что-то совсем не запомнил путь. Надо какие-то пометки оставлять, или как? Такие крестики. К
крестики. А тут камешек, смотрите, в виде слаймки. Прикольно, я только сейчас заметил. Блин, как же вот поменялось все. Это просто жесть какая-то. Ладушки, погнали. Погнали в наше... Да, водички бы еще набрать. Ну, мы, наверное, там наберем. Что-то я никак не знаю. Вот пополняю уже три раза после того, как мы с вами виделись в прошлой серии, да? Три раза я пытался пополнить воду в нашем понде. И что-то никак водянушки не хотят давать плортики. Не знаю, быть может баг, может я что-то не так делаю. Но вроде бы как вода же пополняется, правильно? Видно же визуально, что увеличивается количество воды. Не знаю. Блин, какие же здесь кристаллики. Здесь музыка просто волшебная. Я просто не знаю. Вот я балдею. Реально балдю. Слышь, чувак, я реально балдю. Так, а куда нам вообще... Нам, походу, сюда, в пещеру, по-моему. Где он там находится? Походу, он тут, да? Да. Привет, большой Гордо. Рок Гордо. На-ка тебе сначала морковку. Я знаю, тебе морковка нравится. Давайте вот... Вот так вот. И теперь хардбитики. О, да. Пошли сердечки. Пошли, родимые сердечечки. Чудненько. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Да. Я тебя лопнусил. Я тебя залопнусил. Прости меня, конечно, чувак, но... Так, ключик. Блин, что ты творишь? А, вот оно как, смотрите-ка. У нас открылся теперь второй переход. Круто. А ключик мне, пожалуйста. Ключик где? У нас один был. Куда он делся? Что, он телепортировался, что ли? Или кто-то из вас сожрал? А ну, признавайтесь. Слаймки. Признавайтесь, по-хорошему. То сейчас схожу, наберу воды, и вам не поздоровится. Или, конечно, по барабану. Да ладно, меня тут и забьют, слушайте, пока я найду ключ. Где же ключ? Я не вижу ключа. Может, он вообще ключа не дает? Ну, чё поделаешь, нет так нет, как говорится. Так, это все, конечно, классно. Взрывушки, привет. Летушки, привет, розовушки, привет, всем привет. А я не помню, были мы здесь вообще. А, да, здесь же прудик такой прикольный. Ну чё, давайте водички хоть наберем. Так, тут водянушка плавает и... Самые дорогие водные теперь, получается, да, у нас плортики. Куда ты делся? Куда-то плорт исчез. Нормально. На глазах исчезают, на глазах. Вы видали такое? Так, нам куда-то вот сюда давайте поднимемся, вот. И попробуем вот этот. Ага. Хорошо, эти получились, а тот что-то как-то никак. Лады. Ящичек, я тебя сейчас разобью. Спрятался от меня тут. Понимаете ли. А курица плавает, прикольно. Курица тебе может помочь. Подлетишь. Так, ты нам не нужна. Курочка. Я спасатель куриц! Я спасатель курочек. Так, ты это... Прости, может, было больно, но это лучше, чем застрять в воде. А,
Так, еще одна. Слушайте, вы сговорились, вам понравилось, что ли? Сидеть вот тут. Сиди, сказал. Папка скоро вернется. Все нормально будет. Че ты? Так, ладушки. Ох, сколько взрывушек. Так, тут еще один у нас яшечек. Давай-ка яшечек. Хорошо, немного монеток, но зато приятно. Да? Так, тут у нас какие-то... А, мы же были тут, да? Воу-воу-воу. Тихо-тихо. Вот так выглядят взрывушки. Зеленушки. Ай-яй-яй-яй, больно бьются, блин. Так, эти нам не нужны. Пока что. Где мы тут еще с вами не были? Я вообще хочу перелететь вот этих вот. Вот, хорошо. Как раз наверх попали. Так, тихо, не биться. Не биться, я мирный фермер. Опа-па-па-па, тихо-тихо-тихо. А-а-а, преследуют, блин. Спокойно. Тут кристальчики такие прикольные, да, как... Плиточка просто выложена. Так, куда идти, куда пойти, куда податься? Ох, какой прикольный у нас тут мороженое целое получилось, да? Смотрите, как они вместе держатся. Чувак, забирай нас всех, мы все хотим у тебя на ферме жить. Вау, сколько вас тут. Ё-моё. Так, дайте ко мне, пожалуйста, вот сюда вот как-то пройти, пролететь. Опа, стоп. А тут мы куда попадем? Видимо, куда-то вниз. Ну, это понятно, что вниз. Только, что нам там делать и ловить? А! Ну, мы, получается, да, походу. Там еще ящичек, но я не хочу спускаться лишний раз. Пока мне не до него. А мне главное вот здесь вот еще пройтись. Может, кого-то еще на... наковыряем. И... Так, курица, только ты ж не водоплавающая. Не надо прыгать в воду. Ага. Получается, мы здесь с вами... А куда мы отсюда попадем? В пещеру к... О-о-о-о. Прикольно, еще один проход нашел. Это, конечно, классно. И быстро возвращение тоже прикольно. Но... Ну, в принципе, да. На серию, я думаю, что достаточно на эту, да, друзья? Как думаете? Конечно, всегда будет мало. Но всегда будет мало, я вас прекрасно понимаю. Но в следующей серии мы с вами будем переделывать наших кислотников, кислотных или радиоактивных. И вот что-то надо будет придумать все-таки с этими. Что придумаю, не знаю. Увидим, наверное, в следующий раз. Да, что у нас тут поспело? Морковочка. Хардбитики нам... не нужны. Тут что-то будет расти, я не помню. А, хардбиты здесь будут расти, да-да-да. Ладненько, я заплюхну, наверное, сейчас водичку. Еще пополню. Но что-то вообще ни одной... ни одной какашунской плартины нам не дает. Я не знаю, в чем прикол. Напишите, пожалуйста. Да, и я, конечно, буду всячески стараться, друзья, найти... специальную слаймку. Специальную слаймку, помеченную, специализированную, как в Stardew Valley. Со звездочкой такие есть вот, которые дают какие-то особые предметы. И здесь вроде бы как тоже говорят есть. И будем как-то стараться ее искать. И если честно, я довольно давно не видел вообще золотая, мне не попадалась. Может, я слишком быстро ношусь по нашему... миру слаймок. Может быть и такое.
Но что-то как-то меня этот факт, если честно, печалит и расстраивает. Временами. А так все отлично. В принципе, у нас все хорошо. Пещерка, пещерка, пещерка. Пещерка. Ой, погодите, я, если честно, я уже не помню, что у нас тут было вообще. А, у нас, да, тут вход в пещеру, из которой мы... Это Рок, Рок Гордо. Быстрый переходик. Вернемся, конечно, в следующей серии, посмотрим, что там будет. Ну, увидим. Как повезет. Обычно, друзья, кто меня уже знает довольно давно, мне что-то как-то не везет. Непруха-непруха по игрухам, а потом как попрет. Или сначала как попрет, а потом не прет. Я вообще не знаю, в чем дело. Бывает, конечно, разное. Ну и хорошо, что так бывает. Давайте сдадим, наверное, уже на последочек с вами вот эти медовушные. Хорошо. И я вас жду в следующей серии, в других видео тоже. Ссылка на плейлист в описании под видео. Я хочу напомнить, с пре-альфа-версии самой. Там первая серия, я еще не знал, что к чему. И многие из вас тоже не знали на то время, да? Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. И увидимся в следующей серии, в других видео тоже. Облачочки, облака...